Добрый вечер, наши дорогие. Добрый вечер. Ребята. Я диспетчер. Уже вечер. Задал. Люда делает котлеты. От слова котлеты. У нас пюрешечка еще есть со вчерашнего дня. Одна ножка осталась. Вот такой фарш я купил свиноговяжий. Потер уже ей этот. Блин, ну, только я тебе забыла сказать, чтобы ты купил, знаешь что? Нет. Батон. Батон? А, это хлеб ты добавляешь туда, да? Ну, будет без хлеба, ничего страшного. Или с хлеба оно более такое, это, мягкое. Принеси. Сейчас скажут, что мы везде сметану добавляем. Так, ты добавляешь сметанку сюда, да? Немножко. Ну, кто-то майонез добавляет. Можно майонез. Ну, ты посмотри. Вот только что разговаривала, нормально было, более-менее. Более-менее нормально. Так. Теперь что делаешь? Мешаю. Мешаю. А специи когда добавлять будешь? Я уже все добавила. А, уже там все добавлено. Лук здесь, яйцо, специи. Вот так вот со сметаной, между прочим, очень вкусно. Кто любит добавлять майонез, можно вместо майонеза сметанку добавить. Тоже вкусно получается. А что ты хочешь сделать? Пюре? Пюре уже у нас есть. А, у нас же... О, точно, точно. У нас же еще со вчерашнего дня пюре. Одна ножка осталась. Одна ножка. Одна ножка. Ну, ножку, может, на завтра оставим, на завтрак. Я ее так и порву просто, и с чем-нибудь с яичком там, допустим. А сегодня котлетки. Будем делиться, драться за ножку. Чего? Нет, я просто от этого, от костей отделю. Шучу. Блин, не можем нормально ролик снять. Уже бесит. Ничего страшного. Пройдет. Кстати, купил я там это. Люди таблетки вот эти вот. Гомео. Ну, где такое? Каждые полтора часа. Каждые полтора часа по две таблеточки. Ну, вообще написано каждый час. Угу. Ну, по сравнению с тем, как я вчера разговаривал, да? Получше. Да, да, уже получше. Ну, некоторые пишут, что 2 месяца не могут разговаривать. Да не пишите такое, вы что, я с ума сойду. Люда, любимая поза, вот так ножку сделать и готовить. Вот так, а, да, 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 да. Вот так кто делает, ребята, вот такую позу, когда готовит? Вот это Люда так готовит. А ну да, я зайду, вот это я захожу на кухню, и Люда так стоит, а ну. Вот так вот. Что это у нас за цапля тут? Я только подумала про цаплю. Сейчас скажешь цапля, это и правда сказал цапля. Ну, потому что на одной ноге стоишь. Такая консистенция приятная на вид. Так. Кстати, я попробовала, вкусно. Люда пробует всегда сырой фарш. Не всегда я пробую сырой фарш. Ребята, Саша мне показала видео про ноутбук. Вы видели, сколько набрала про ноутбук? Офигеть, 5 миллионов. 5 миллионов просмотров, да. Офигеть. Милана балуется, прям все разливает, воду разливает. Воду ей не надо оставлять. Решение, решишь. Папа, мама, сейчас иду. Ну иди, сходи. Орать, блин, да посмотри. Ребят, смотрите, какую я хурму сегодня купил. Красивая, скажи, Люд. Хурма.
Надо, чтобы постояло. Кто? Ума. Ой, это у меня большой получился. Кто большой? Котлета. Большая, а не большой. Большой котлет. Так, все, обжарю, потом в сковородке протушу немножко, вот так как с подливкой, пюрешечка с подливочкой. Что ты говоришь? Ну, помидоры вытащи. Так я, они там есть, в холодильнике лежат, по-моему. Я их банку, на тарелочке. Я их банку. Да, кстати, воняло помидорами. Ну, конечно, в холодильнике. Я сюда банку. Вот наша нога, которую мы завтра будем делить. С Лютой. Как два цуцика из-за косточки. Так. Сейчас надо достану. Куда-то ее деть. Да пусть лежит в этом. А, ты сейчас всю картошку выкладешь. У нас Никита в последнее время как кот с собакой. Блин, не дожарилась. Ничего страшного, дожаришь. Никита, что за слова? Что такое? Иди сюда. В чем проблема? Давай, иди сюда. Ну, иди сюда. Говори, в чем проблема? Говори. У Милана убрать? Это ваша общая комната. Это твоя сестричка. Твой родной... Это твой родной человек. Твой родной человек. Она же с тобой играется, она тебя любит. Да, Милан? Понятно. А? Я хочу этот, помидоры достать. Я достану, иди. Мужчина средний. Сладкие. Лет. Помидоры сладкие. Ой, ребята. Показать видео, что ты прислал мне, помнишь? Ну, покажи. Ребят, Сашка, когда это, подожди. Короче, ребят, я вам покажу видео. Саша сам себя снимал. Это он, это тот период, когда он начал бегать. И он за месяц бросил 10 килограмм. Тогда он был где-то 90, может, чуть меньше. Вот. Ну это почему-то ты так решил. Смотрите, боков совсем нет. Смотрите на его лицо. Кажется, ты кривого снял, Саш. Вот, такой он был мальчик. А сейчас? Мальчик. Ну, когда человек поправляется, он сразу взрослеется. Так, ладно, это сюда. Сюда. Потому что бегал, по 10 километров, по 10 километров бегал. Я раньше была на 7 килограмм худее, вот, чем сейчас. На этом стадионе, ушел. На этом стадионе бегал только я и дед. Деду вот там лет 80 было, и я. Ну да, и что? Не, вообще говорю, что из целого города на стадионе бегал только я и дед. А дед был глухой. А я все время говорил ему привет, он меня не слышал. А потом, ты... ну не привет, а здравствуйте, здоровался. А зачем ты здороваешься? Вот вечно здоровается со всеми. Знает человека, не знает. Ну как ты не знаешь человека, что здоровая, что ты уже меришь? Я бы не здоровалась, еще я буду с ним здороваться. Ну если я с ним общался, с этим человеком. Ну где ты с ним общался? Саша? Я общался, с дедом где общался? Ну я же его каждый день вижу, знаешь, здороваться, как это? Ну дай. Я же его каждый день вижу. Поснимай, пожалуйста. Поснимай, пожалуйста. Ну, только не выключи. Мама яблоки такие передала, да? Да. Маленькие такие яблочки. Маленькую парочку красных она передавала. Такие маленькие-маленькие. Это как ранетки или что? Да все остальное такие маленькие. Маленькие. Такой... Это, кстати, я бабушке помогал. Все бегал эти яблоки. Это такой сорт. Молодец какой. Потом огрызок, пожалуйста, выкинь, Никит. Тебе нравятся такие яблочки? Хорошие? Такие яблоки я люблю.
хлебе. А, такие тоже дают вам, кстати. Вот такие маленькие? Ну, видно, садоводство какие-то, да. Чтобы было легко есть. Нет, это не чтобы было легко ничего есть. Это просто вам такие маленькие заказывают, а списывают как большие. Или заведующая привезла с дачи, а списала. А нефиг делать. Нефиг делать. Огурцы, кстати, где они были в холодильнике, да? Да, они почему-то стояли внизу, где в корзине ее овощи. То ли я поставила, то ли не это я поставил, наверное. Скорее всего. Ну не ешь уже огрызки, возьми новое яблоко, Никит. Если не хуже, возьми яблочко новое, скуши. Что ты ешь этот огрызок? Вон, на тебе свеженькое. Она какая красивая. Такое, да? На. Не так хватит. Хватит? Да, Никита, яблоко не переешь, смотри. Угу. Такой едок выкидывай мусор. Я бы нагадалась яблоком. Милана свалилась. Смотри на меня. На тебя. Я так Эдальмен. Ну все, иди, Милане, контролируй ее. Глянь, какие мама котлеты сделала. Понюхай. Пахнет. Ну бери еще, вот же я тебе нормальное яблоко выбрал, где-то было. Вот это вот. Еще будешь? А это ничего страшного, это не это. Так я даже не червивое. Нормальное яблоко. Вот нормальное. А, немножко подгнившее. Вот это добавленное. Ну ешь. Оно кусай. Ой. Что? Ну а ты тут не ешь, ты ешь с этой стороны. Вот я тебе самое нормальное яблоко, Никита, нашел. Где оно уже? Вот это вот. Вот, самое нормальное. Ладно. Ну да. Маленькие. Ну бери маленькое, давай маленькое поищи. Вот маленькое вообще, глянь какое. А ну кусай. Мне так хватит. Ну да. Знаете, почему Никита ест вот этой стороной? Потому что у него тут зубик шатается спереди. И он боится, что он его проглотит, да? Так. Котлеты жарятся, картошка подогревается. Ой, крот. Где крот? А ну покажи тут. А, ну может быть, чуть-чуть. Не, ну хурма красивая, да? Вообще. У нас, кстати, в этом. А ты тоже котик вытер там? Да, вытер, конечно. Кровь немножко, глянь. Ну это с этого зуба, мне кажется. Да? Не, ничего нет. Наверное, просто сильно надкусил ее. А, может, может быть, может быть. Ты мог, да, посмотреть? Мы зуб. За котлетками. Мы зуб рассматривали. Больше придавливаем, придавливаем. Куда они там мягко-то спишутся? Скоро будем кушать, да? Ого, и картошка немножко. Надо было крышкой накрыть, может. Я люблю, ребят, когда вот картошка жарится, и она поджаренная такая получается. Смотри. Что там такое? Ладно, выгоню. А. О, какие вы длинные. А глянь, какие у папы ноги, Никита. А глянь, какие ноги у меня. Ты видишь, какие у меня ноги? Что? Вот такие? Вот такие. А что это у тебя нарисовано на футболке? Ананас. Ананас? Ананас. Так, ну все, в принципе, скоро есть будем, да? Угу. Да, сейчас подогреется. Подогреется, идем кушать. Ой, не Милан, Никита.